Ты часто справиться не можешь с бардаком в голове, как и все люди в мире тоже с этим парятся все. Твой отец, маленький брат, бабушка или мама внутри себя решают сразу 10 проблем кряду. Но я уверен, что ты точно мой маленький друг. Не знал, что в голове твоей пятеро живут. 5 маленьких созданий действуют сообща, и именно от них зависит вся жизнь твоя. Гнев, брезгливость, страх, печаль и радость, они с тобой будут и в детстве, и встретят старость. Всегда вы будете рядом, и никак тебе без этих 5 друзей не обойтись вообще. Вот и обычная девочка по имени Райли живет тот день с радостью, тот день с печалью, то в гневе пребывает, то чего-то жутко боится, а иногда от брезгливости хочет забыться. Но до поры до времени эмоции ее держались дружно в голове, и было все хорошо. В учебе, дома с друзьями справлялась на ура. И, конечно, все не ждали, но подкралась беда. Семья Райли из маленького городка переезжает в мегаполис, чтобы жить там всегда. И каждая эмоция, сил своих не тая, начинает одеяло все тащить на себя. Что может нам создать студия Pixar? Плохую анимацию или какой-нибудь хлам? Нет, конечно, ведь всегда они радуют нас, выставляя все шедевры свои на показ. Отличная картинка, отличная идея. Мультик будут все смотреть, несмотря на время. Анимация класс, озвучка великолепна. Просто иди в кино и посмотри на это. Твердые 10 баллов даю головоломки. Взрослым в кинотеатр обязательно с ребенком. Ведь вы увидите радость у него в глазах и вспомните про эмоцию в ваших головах. Больше улыбок, меньше гнева и не надо страха. Пусть ваша жизнь будет сладкая, как сахар. Не печальтесь, никогда все будет хорошо. Это рэп кинообзор, держим курс вперед. Я стар для этого дерьма! В жизни! Доминик был, очевидно, староват для этого дерьма. Прыжок с моста в надежде уцепиться за фургон на скорости 140 км в час... Это невозможно. Потому что мы не в киношке, блядь.